Навученцы одного из могилевских колледжей представить в область одразу на двух знаковых для краины конкурсах – республиканском этапе World Skills и Млын моды 2016. Идеи починающих дизайнеров, хотя и не совсем подходят до повседневной моды, але скорили журы оригинальностью. Игор Плятнёв внешне подобный худшей на программиста, чем на дизайнера. Один из двух хлопцев-модельера у своим потоку. Однако менавито из-под яго рук народилась на свет коллекция, якая трапить на Млын моды. Идея костюма изнитованная с темой кроплей воды и подходит худшей до театральной сцены. Один из костюмов, починаючи кутюрье, навод дозволяя примерить. У меня прабабушка закройщик. Но я с ней в детстве занимался. Ну и как-то это меня впечатлило, вдохновило. Я хочу открыть свою подиум, школу и также школу моделей, чтобы показывать, продвигать свои модели. Коллегам Игора Виктории Самолазовой и Татьяне Кумандышко свою модель придется шить непосредственно на конкурсе. На республиканском этапе World Skills им за несколько годин треба будет сконструировать и шить то, что махчимо запустить у вытворчесть. С каждым уровнем все сложнее и сложнее будет. Время было у нас всего лишь 6 часов на все. На рисунок и на пошив. А в этот раз, конечно, мы не знаем еще. Ну, в мае узнаем. Мне нравится, когда люди выглядят индивидуально. Поэтому я и детей учу, что вы должны быть не как на рынке пошитых вещах, а выглядеть индивидуально, потому что вы индивидуальность, вы личность нашей жизни. Переможцы этапа Млына моды и World Skills станут известными у середине мая. Выники подведут у Минску. Седа Каспарова, Миколай Соболев, Новини регион.